Счастливый совет. В парке на скамейке сидела женщина и плакала. А мимо проезжал маленький мальчик на своем маленьком велосипеде. Увидев женщину, он подъехал к ней и спросил: «Тетя, почему ты плачешь? Отойди, мальчик, отойди, не мешай. Ты ничем не сможешь мне помочь», — сказала она и заплакала еще сильнее. Мальчик хотел отъехать, а потом посмотрел на тетю и сказал: «Тетя, ну хочешь, я отдам тебе свою самую любимую игрушку». «Спасибо тебе, мальчик», — сказала женщина и заплакала еще горше. «Но ты мне не поможешь. Мне кажется, меня никто не любит». Мальчик замолчал, посмотрел на нее, а потом серьезно спросил: «А ты точно у всех спросила?»